Кать, ты говори что-нибудь, что ты делаешь. Сейчас высоко она будет перетыкать. Он отжимает на это. Даже пальцами, да, даже пальцами чуть-чуть. Не, она сильно-то не это, но это. Но она выйдет. Движение есть. Давай под кожу как-то. Давай под кожу сейчас потом ее ставить сейчас спокойно, потом еще раз ее это. Не, ну я говорю, когда мы ее готовили, мы ее прижали, она это ногами дернула. Несколько раз дернула. Здоровья нет, травмы, я думаю, нету здесь. Неправильное дело, да? Я думаю, что это не травма, это вот истощение. Что лапа задняя там слабенько. Как бы может быть на нервную систему, то есть что-то влиять, вся эта неврология, это может. У меня тоже как-то. Нет, ну другую ногу можно поставить как. Ну давай сейчас закапываем. Сейчас мы подходим на влияние. У нее что-то это. Нормально. Она не сильно обезвожена, кстати. Там сейчас нет, в принципе, чтобы она была обезвожена. А какая разница? Это же питание. Если они голодные, то есть они полезный кот угонялся. А? Кот, говорю, полезный. Питательный. Питательный. Какой кот? Ну, которого она съела. Она съела кота. А кто сказал? Кто-то из мужиков из охраны сказал, что она в барабаш приходила, и что-то кота вроде бы съела. Ну, вот в барабаш тигр приходил, и нам никто даже вообще ничего не сказал об этом. Это чуть ли не в тот раз было, когда его дверь стукнули. Тигра? Да. Ну, да тогда было. Никто никого ничего не делает. Проколола. Почему она на проколы так, ну, ну слабо реагирует? Она не видит ничего. У них на самом деле чувствительность достаточно. Им не так это больно, на самом деле, кожа сидит. У них, да, чувствительный порог совершенно другой. Не, ну когда из ружья в тигра стреляешь, а, там, ну, там, ну, ну, что мышцу пробивает. Там так сидит, там гематома получается, вот такая синяк прямо. Можете все по очереди, а? То есть у них только кожная, да, чувствительность низкая? Наверное. Не, ну как бы, ты шкерман, когда кусаешь, мамка говорит,